Добрый день, вас приветствует супермаркет Семен. Сегодня 4 августа 2016 года. И представляю вам Сергея Демецкого. Это представитель Ларксиц. Ларксиц, Украина, по югу, Херсонская, Николаевская область. Я вам расскажу два слова по кукурузе нашей. Два слова скажу. Без лишней скромности, я считаю, что наша кукуруза одна из самых лучших. Сладкой кукурузы взять. Вся она SH2, супер сладкая. Вот, линейка, начиная от самой ранней, это ранен свода, 68 дней, и заканчивая хаммером, который 90 дней. Здесь представлены три гибрида. Это вот 73 дня шама. Дальше идет. Хороший качан. То есть до 25 сантиметров. Она еще зеленоватая, но тем не менее как бы видно, что 25 сантиметров качан полностью выполнен. И всегда выполнен полностью. У нее не бывает допыления. В отличие от той самой из Добрыни, которая более раскрученная, но у нее бывает. А причина? Это генетически? Да, это как бы на самом деле просто реакция на жару. Жару выпыляется хуже. Добрыня. То, что позже, то и лучше выпыляется. То есть Excellent тоже еще лучше всего выпыленный, потому что еще позже. Excellent 78 дней. У нас из поздних гибридов только Excellent и Hammer. 78 дней и 90 дней. Всегда качан. Ровненький, красивый. Здесь он, ну, еще немножко нужно постоять. Выбирали самые-самые, но в реальности оно еще зеленоватое. А когда здесь был посев? Не подскажете? Не знаю. Нет. Чем отличается Excellent? Excellent всегда ровненькие. Красивые. И его отличительная особенность, это тупой кончик. Uh-huh. Что еще сказать? Хаммер. Вот, хаммер самый поздний, 90 дней, потому он еще здесь не созревший. Uh-huh. Мы можем чисто посмотреть початки. Но они еще беленькие. Да, беленькие. В общем, хотя бы неделю, а лучше 10 дней. Вот. Но все равно как бы качаны хорошие, всегда хорошо пыляются. Какой из этих вы любите больше всего? Я вообще люблю. Я не люблю почему-то раннюю своду. У нее немножко другое зерно. Более быстрее теряет сахар и быстрее черствеет, или как сказать. Угу. Твердеет, наверное. Твердеет, да. А вот средние гибриды — это Шама, Добрыня и Уокер. И Excellent. Вот как бы Excellent тоже входит в это число. Они самые вкусные. Хаммер чуть попозже уже тоже, он не такой. Он берется своим большим качаном и хорошим опылением жиру. Угу. А так сказать, что, допустим, вот если сравнить, конечно, все равно тебе не больше нравится. Понятно. Ну и самая сладкая, самая вкусная кукуруза наша — это Sweet Paradise, которая хуже всего продается, потому что качанчики до 20 сантиметров. Но единственная кукуруза, которая дает три початка, которая до месяца может стоять на корню, не терять сахар, и до месяца еще может потом лежать в сыром состоянии. Ничего себе. Просто уникальнейший гибрид, который больше в мире не существует аналога. Но она хуже всего продается, потому что маленький качан. Все хотят 25 сантиметров. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.